Миш, с победой. Расскажи, как прошел матч, сыграл ты его полностью. Спасибо. Матч прошел тяжело. Соперник достаточно хороший. Пытался выходить через контроль, не бить просто так. Достаточно неуступчивый. Хороший спарринг, крайняя игра на сборах. Я считаю, победа — это хороший результат. И как бы игра достаточно получилась такая целостная. Как свою игру оценишь? Вначале у тебя было несколько моментов, не забил. Расстроился? Ну, сейчас после первых минут после игры сейчас что-то тяжело говорить, надо пересмотреть, все оценить, и потом уже тогда вам расскажу, как оценил игру. Погодные условия сегодня были тяжелые? Ну, конечно, наверное, смысла нет жаловаться на погодные условия. Мы здесь уже полтора месяца находимся. Да, тяжело, но кому легко было. Знаешь, как сделать, типа, серый цвет экрана, такой, типа, у нас не получилось. Итоги сборов подведи. Итоги сборов. В целом, команда провела хороший сбор. Не было равнодушных, все старались выдерживать нагрузку, отдаваться на каждой тренировке, на каждой игре. Наверное, всех, кто сыграл уже, хочу поздравить почти с окончанием сборов. Это было тяжело, но, опять же повторюсь, все молодцы. Ура!